главная выставка IFSEC в Бирмингеме в 2010 году. Мы представляем торговую марку SmartTech. Зарекомендуешь себя на российском рынке как надежный партнер среди теленаблюдения. И также, так сказать, мы собрались и вышли на европейский рынок. На данной выставке у нас представлен ряд камер. Помимо камер также рекламные буклеты. И мы, в принципе, гарантируем европейскому потребителю то, что мы смогли добиться на российском рынке. Почему вы выбрали именно IFSEC? Потому что IFSEC – это довольно интернациональная выставка. Да, она проходит в Англии. Не скажем, что это самая, так сказать, приоритетная, как, например, Essen-выставка. Но, тем не менее, достаточно большое количество посетителей International, которые приезжают со всего мира. И также можно было заметить с Турции, Хорватии, Кувейта. Ну, фактически со всего. Посетители откуда? Естественно, большая часть посетителей из Великобритании, да. Они часто, ну, легко самим зайти. А по большей части Европа составляет порядка 30%, Азия остальные 20%. То есть даже много Азии? Да, абсолютно. Что конкретно вы представляете здесь, что вы конкретно хотите продавать за границей? Не в России, мы основной наш упор на видеокамеры устроен, и также что необходимо — это регистраторы, купола и кожуха. Помимо всего этого, SmartTech — стремительно развивающийся бренд и добавляет свою линейку, новую линейку IP-камер, которые, к сожалению, мы не смогли привести на выставку по причине их физического отсутствия. Но в течение нескольких недель они уже поступят на наш склад, и также в самые ближайшие короткие сроки поступит до конечного потребителя. И надеемся, что потребитель будет очень рад и доволен использованием камер, так же как для инсталляторов, так и для конечных потребителей. Хорошо, я вижу, вы здесь с партнером своим из Петербурга, да? Да, наш партнер — компания Infotech, производящая прием передачки по витой паре. Добрый день. Россия, соответственно, у нас еще будет производство свое, так сказать, продвигать на Запад. Да, обязательно. И слава богу, что не первый раз. Здесь мы уже стендом участвуем второй раз. А посетили первый раз 3 года назад IFSEC. Я считаю, что выставка для производителя, несмотря на все сложности по устройству стендов и всего остального, весьма перспективна для производителя. И с каждым годом мы получаем и больше контактов, и, я считаю, больше эффект. И то, что мы на сегодняшний день присутствуем уже с нашим дистрибьютором, даже на одном стенде, даже на таком, это лишь говорит о положительности тех связей, которые закладываются именно на IFSEC. Могли бы вы рассказать вкратце о своих продуктах? Да. Наше оборудование имеет корни и разработки, и производство исключительно в России. Самый широкий ряд устройств для передачи видеосигнала по любым аналоговым трактам витой пары и коаксиалу. Последнее изобретение по защите мы считаем и на опыте России, объектов России, Газпрома, Транснефти и на границе использования. Мы считаем, что наше оборудование конкурентоспособно и превышает показатели наших конкурентов довольно весомого. Рост потребления IP-видео, как вы думаете, будет развиваться вот данный вид оборудования? Конечно же, я считаю, что тенденция к IP при построении каналов связи, при обеспечении вложений инвестиций в эту отрасль, конечно же, перейдет там 50% через лет 5-6 общего использования видеокамер. Но всегда проблемы последней мили, так называемые, они останутся. Всегда останутся необходимость установить аналоговую камеру где-нибудь далеко, куда нецелесообразно тащить оптоволокно. Или... Планируете ли вы что-нибудь производить для цифровой передачи? Обязательно. Мы над этим работаем. То есть скоро? Прямо сейчас, конечно. Хорошо. Я надеюсь, на следующем году.